Семьям погибших выплатят по 1 000 000 рублей. Пострадавшей воспитательнице – 500 тысяч. Губернатор поручил органам опеки в скорейшем времени помочь оформить опеку на бабушку дочери погибшей воспитательницы детсада «Рябинка», а также гарантировать ежемесячное финансовое обеспечение ее семьи. И вы все знаете о мужественном поступке Ольги Митрофановой, воспитательницы детского сада, которая пыталась преградить вход в спальню детишек вооруженному преступнику и погибла от его рук. Возможно, что если бы не эти ее действия, жертв среди детей было бы намного больше. Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить в государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины. Общая задача сегодня – приложить максимум усилий, чтобы ни в одну семью не пришло такое горе. Для этого нужны новые алгоритмы, как по защите образовательных учреждений, так и по контролю и работе с людьми, стоящими на психиатрическом учете.